Они ежедневно готовы рисковать своими жизнями, чтобы спасти чужие. Не боятся дыма и огня и готовы прийти на помощь в любую минуту. Все эти слова о сотрудниках пожарно-спасательной службы. В преддверии праздника поздравления принимали великоустюгские огнеборцы. Во все времена пожарную охрану отбирали лучших. Поэтому не случайно именно на страже обеспечения пожарной безопасности стояли и стоите именно вы, бойцы Огненного фронта. За годы существования пожарная охрана пережила много сложных этапов и изменений, но неизменными остались цели – это спасение людей, тушение пожаров. От вашего профессионализма, от ежедневного труда зависит, собственно говоря, в первую очередь жизнь человека, во вторую очередь это его материальное благополучие, то имущество, которое у него есть. Ваши умелые действия позволяют, во-первых, предотвратить плохие последствия, да, пожара, ну и, соответственно, в первую очередь это спасти человеческие жизни. За многолетний труд, за профессионализм в ликвидации пожаров и спасении людей медалями за отличие внесения службы наградили лучших сотрудников. Высокая награда от ведомства МЧС нашла и двух школьников из Красавина. 11 июня 2021 года Бушковский Артем и Вешкин Константин спасли утопающую девушку. Полученными наградами ребята очень гордятся. Я чувствую гордость, потому что мы все-таки смогли спасти хотя бы одну девочку в той неловкой ситуации, которая произошла на реке Северная Двина. Мне очень приятно было получить данную награду, и я очень горд собой, что вот так смог отреагировать на подобный случай, и надеюсь, что впредь такого больше не повторится. Не все сотрудники пожарно-спасательной части смогли присутствовать на торжественной церемонии. Пожар коварен тем, что может случиться в любую секунду, а значит, служба продолжается и пожарная на боевом посту. Степан Крижановский, Антон Карев, телеканал «Русский Север».